Я не знал Итана Картера, зато он знал меня. Когда полиция не может помочь вам, а священники не верят, вы обращаетесь к Полу Проспера, вы обращаетесь ко мне. Если вы ребенок, то вы пишете. Этого достаточно. Письмо Итана начиналось так же, как и любое другое письмо от поклонников, но почти сразу он упомянул о вещах, которые маленьким мальчикам знать не положено. Существуют места, которые видят лишь немногие. Итан смог нарисовать карту. Я еще не вошел в долину Красного ручья, но уже чувствовал, как мрак этого места обступает меня. Найти Итана Картера теперь будет сложнее, чем найти иголку в стоге сена, ведь я прибыл слишком поздно. Чтобы найти Итана, я должен был понять, что это место пытается скрыть от меня. Долина Красного ручья, с первого взгляда, тихое и обычное место. Но в своей жизни я усвоил одну вещь. Тихих и обычных мест просто-напросто не бывает. Итан предупредил меня об этом, сказал, чтобы я не обманывался тем, что вижу. Ему не стоило волноваться. Я работал над десятками дел, сотнями, и это дело будет последним.
Катись из моей комнаты, Трэвис! Истории. Постоянно они. Вали! Я прочитал «Клыки». Мне понравился зверь. Хотя бы ему удалось сбежать из этого проклятого места. Впрочем, в этом нет ничего необычного. Огромные куски страны были брошены, обреченные стать худшими версиями самих себя. Именно в такой гнили и зарождаются темные силы. Покоя. Я же вижу, как ты на него смотришь. У тебя даже нет ни малейшего понятия, что происходит. Ты должен помочь нам. Других вариантов нет. Этого хочет сам Итан. Вы с ума сошли? Вы все с катушек слетели? Становится все хуже. Они все без умолку продолжают говорить об этой штуке, о спящем. Знаю. Но я не уверен, существует ли этот спящий на самом деле. Большое количество порталов, присутствие во многих мирах одновременно. Какая-то часть меня всегда оставалась по ту сторону, ожидая. Всякий раз, возвращаясь, я вновь обретаю ее. Знаете ли вы, что призраки существуют? Они грустные, выкинутые на обочину создания. Бездомные воспоминания. Мертвые. Вы будете удивлены тем, как мало они знают. Мертвецы не смогут объяснить, что значит быть мертвым. Они спускаются по лестнице, исчезающей под ногами, стремясь к яркой поляне памяти, до которой им не добраться никогда. Люди приходят сюда по многим причинам. Они хотят спросить меня о будущем. Я могу видеть будущее, но интересует меня прошлое. Если ты хочешь отыскать мой дом, ты должен ответить на пару вопросов, которые я задам тебе. Чей голос ты слышишь, когда закрываешь глаза? Ты бы хотел быть веслом или кормим? Эгоист ли ты?
предпочел бы ты неизвестность славе? Чувствуешь ли ты превосходство, когда твои слова причиняют боль? Грех идет от сердца или от разума? Итан, смысл жизни не в том, чтобы все портить. Просто постарайся понять. Перестань жить в своих мыслях. Живи реальностью. Люди реагируют именно на это. На реальность.